Французская компания «Лагардер», один из крупнейших акционеров Европейского аэрокосмического и оборонного концерна, потребовала от его руководства пересмотреть условия слияния с британским оборонным концерном BAE Systems. Это может стать серьезным препятствием для заключения сделки, окончательные условия которой должны быть определены к 10 октября. «Лагардер» мотивирует свою позицию тем, что с 12 сентября, когда было объявлено о планах слияния, стоимость акций AADS на биржах потеряла около 30%.